Всем привет, с вами Шмега. Мы на канале Шмега, сегодня поиграем в игру под названием Felix the Reaper. Это четвертая часть по данной игре. Ну и, собственно говоря, четвертый уровень данной игры. Это шкала какая-то скучная. Ну, есть немножко. Да, такое есть немножко. Что-то нам показывают. Мы рубильник, там флаг какой-то. Так, смотрим, что здесь происходит. Так. Утречка добрая наступила, да? О, монашка такая, ой, солнышко. Это барашек, а что он объеденный немного? Бабочка, как все классненько. Опа, какого черта? Котца? Что происходит? Молимся и... Что надо сделать? Успешный повтор. Камень в колодец опустить. Понял. Так, музычку врубаем. Погнали. Камень это вот это. Так, а что делает рубильник? А, не могу. Почему? Потому что вот так. Рубильник. Что делает рубильник? А, он флаг. Он флаг опускает. Так, а мне нужно... Подожди. Угу. А, я в принципе понял, что надо сделать. Вот сюда надо поставить... Или вот сюда. Вот сюда или вот сюда надо поставить эту хрень, а бочонок вот туда. Правильно? Наверное, правильно. Так, пойдем бочонок возьмем тогда. Так. Бочонок, как я могу взять бочонок? А, все, понял. Так, бочонок, короче, нам надо вот так взять. Поньки. А сейчас, подождите, ребят, я проверю. А, да, все нормально. У меня звук идет или не идет. Чпоньки. Так, чпоньки. Берем бочку. Поньки. Так. Куда я хотел? Вот сюда же бочку я хотел поставить, да? Подожди, как там... Или вот сюда. А, так и без разницы, наверное. Или разница есть, не знаю. Нет, 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 вот так. Так. Ой-ой-ой-ой, вру. Врунгель. А я не могу. Почему не могу? Подожди, вот сюда, если мы встанем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, мне нужно рубильник чпокнуть. А я не могу чпокнуть рубильник, потому что мешает. Тогда вот сюда, нет, вот сюда. Стоп, Андрей, вот сюда поставь, пожалуйста. Тебя теперь сюда и сюда. Так, рубильник. И теперь... Не могу дойти, потому что... подожди. Могу. Хорош. Флаг мне помог. Теперь берем камушек. Этот танцпол твой. Ну, типа того. И теперь мне камушек нужно до колодца донести, да? Так, а до колодца как можно донести? Сейчас, подожди. Та-та-та-дим! А мне нужно вот эту клетку занять. Блин, а как это посмотреть? А, вот здесь. Вот сюда поставить, да? Давай попробуем. Да, хорош, так. Хорош. Так, стоп. А, мне нужно теперь еще вот с этим как-то разобраться, да? Ага. Нет, подожди. Надо подумать. Подожди. Надо подумать. Мне надо как бы... Мне вот сюда что-то не хватает. Так.
Так, давай-ка вот сюда вот так поставим. Я же там могу пройти, по идее, да? Да, могу. Берем бочку. А, стоп, не берем бочку. Я могу же тебя взять? Твою мать, не могу. Вру. Поставь. Теперь могу. Теперь вот так делаем. Так, сейчас, подожди. Да нет. Блин. Почему ты так делаешь? Нет, так делать, пожалуйста. Не, я пока не понимаю, что тут надо сделать. Может быть, вот на сюда два раза поставить? Подожди. И что это мне дало? Это мне ничего пока что не дало. Тоже пока ничего не дало. Не, туплю вообще по-жесткому. Не понимаю пока, что надо сделать. Если вот так, допустим. Как мне сюда-то вот... Мне надо как-то забрать эту хрень. Может быть, я что-то упускаю? А что я могу упустить? Не знаю, пока что-то непонятно нифига. Так, значит... А что значит? Я не знаю, что делать. Подожди, может быть... А, так подожди, я вот сюда пробовал поставить. Стой. Вот сюда, например. Так. Вот так. Отлично, да. И что? А что, подожди, почему? А, все понял, почему отлично. Так. Берем эту хрень. А, и сюда вот ее, да? Получится? Хорош. А нам не хватает клетки. Стоп. Хватает, отлично. Yeah. Танцуй, все будет окей. Феликс, ну ты хорош, конечно. Чертяга-то, а? Так, сколько я потратил времени на этот уровень? Минут 10, наверное, да? О, нет! Нет! О, боги! Э? Чего? Разуверивала? Зарегистрировано для достижений 0. Времени 6 минут, а я думал побольше. Плохой квест, погнали. Я думал, я побольше потрачу времени на данную миссию. А оказалось, что... Я думал, минут 10 я уже это... Голову свою ломаю. Так, что здесь у нас? Тик-тик-тик-тик-тик, что же делать, что же делать? Би. Я так и думал, что он сделает бибе. Только не это.
Опа. Ой, крестик мой. Опа, чё? А что здесь надо сделать? Подожди, это на это, это на это как? Отца. Бочку на это, а потом... А что? Надо сделать. Я могу тебя взять? Да, я могу тебя взять. Почему нет? А, ну сюда давай, да, хорошо. Так, этот ящик зачем-то я сюда поставил, окей. Подожди, мне нужно вот эту хрень, наверное, включить вначале, нет? Или ту? А, наверное, ту вначале, да? Поднять флаг, типа. Или опустить. Опустить, наверное, да? Так. А что это мне дает, подожди? А если я опускаю? Ничего не понятно, но ладно. Я, по идее, сюда должен подойти, правильно? Нажать этот хрень. Нет, не могу. Как это сделать? Как это сделать, кто знает? Не, он сказал, что сюда, типа, правильно я поставил. А, бочку надо взять, ёпти. И сюда ее поставить. Или не сюда. Ну, короче, иди сюда пока, подожди. Что со звуком? Нет, все нормально со звуком? Мне... Или это музыка такая, типа? Странная. Так, а я вот сюда не могу ее поставить? Ну. А, не могу, подожди. А сюда. А! Вот так что ли надо? Подожди, вот туда ее поставить. Ща, где там эта линия будет? Да, нормально, давай. Да не, ну я ж пошутил, алло, братан, ты чего? Я ж пошутил, я ж просто типа это прикалываюсь над тобой. Так, да, это музыка такая странная. Вот так, нормас будет? Или не нормас? В смысле? А, да, точно. А нет, только одна. Сейчас, подожди, давай подсказку. А, бочку вот туда надо было? Почему? Ладно, сейчас, сейчас подумаем. Чего? Да ёп! Макарёк. Чё за бред? Так. Вот куда он там бочку туда показывал? А почему туда-то? И что это мне дает? Что это мне дает? Поднять флаг?
А, ну да, все правильно. Согласен. Или не согласен, подожди. Ничего не понимаю. Бочку вот эту теперь сюда. Чё за бредятина-то, а? Итак, значит, а, что значится-то? Я ничего не понимаю, короче, ребят, вообще ни черта не понимаю. Мне нужно вот эту бочку, подсказка сказала, запихнуть вот сюда поставить. А! Стоп, а если я вот так сделаю? Нет, подожди, она, значит, тогда вот сюда говорила, значит. А, ё-моё, тупанул, тупанул. Так, мы подняли флаг, чтобы как бы сюда было, вот сюда тень, да? Так, сюда идем, значит, подожди, эту бочку. А, все, понял. Нам нужно, короче, ее вот сюда, наверное, поставить. Сейчас, пьюмс. Нет. Значит, вот сюда. Так, а дальше что? Скорее всего, вот эту хрень надо опять опустить, наверное, да? Ай-яй-яй-яй-яй, я вру, забей, я на... Так, что дальше? Мне бочку туда или... Я не понял по заданию. По идее, ну, нельзя, чтобы крестик, типа, показывало, правильно? Ну, типа, свет. Ну, по логике вещей. Чтобы бабка света... Так, а хорошо. Теперь просто на нее эту хрень. И все. А где там солнце-то было? Подожди, ага. Так, забираем это говнище. Мы в солнце... Солнце не попали, отлично. Ну, и теперь ставим это туда, правильно? Ой, в смысле, наверх. Чтобы, типа, не было этого с крестика, типа, да? Ага, танцуй, все будет окей, ла-ла-лей. Очень сложный уровень, если... Ну, короче, пока что-то вообще прям тяжело все идет. Если в том прохождении, в третьем, было немножко попроще, то что-то как-то все такое себе. Нет! Нет! Да. А, мы наоборот, типа, крестик сделали, да? Или как? Тоже 6 минут. По ощущениям, у меня, знаете, есть психологический тест, типа, включает секундомер, и ты должен, ты не смотришь на часы, и ты должен сказать, когда минута прошла или кончилась. Вот для меня и тест заключается в том, что как бы кто как ощущает время. Так, давай посмотрим ролики, я расскажу свою историю. Или не историю. Так, воробушки. Ой, в смысле воронушки. Ой, птичка прилетела. О нет, что? А что такое? А, мне нужно крупу. Крупицу. Крупицу вернуть в домицу. Правильно? Вот эту хрень надо забрать. Что у нас есть? У нас есть две метлы. Ее забрать невозможно. А как. А, подожди, а как я туда вообще доберусь? Что?
А как мне туда добраться-то вообще? Телепорта же нету. А, телепорт есть вот туда. Пульк. А он что делает? А, флаг. А чё мне этот флаг? Чем он мне поможет? Подожди. А, это не флаг, это вот эту хрень. А флаг как и а что это мне дает? А, вот он где. Ё-моё, я не заметил, простите, ребят. То есть я могу дойти сюда? А, нет, подожди, не так. Я понял, что надо сделать. Мы сейчас, короче, вот этот куст должны вот на телегу, телегу обратно, и тогда сможем дойти до тудова. Тудова, тудова, тутудова. Так, тогда мы забираем вот эту хрень. Ай-яй-яй-яй, не забираем. Почему не забираем? Как так-то? Там вообще весь в солнце я. Подожди. Это я в солнце, получается? Да, это я в солнце, забей. Тогда обратно в этот. Надо убрать эту хрень. А, нет, подожди. Подожди, ну-ка нырни еще раз. Мне нужно забрать вот эту хрень, поместить ее на сюда. Правильно или неправильно? Так, а как это сделать? Стоп. Да это понятно, как до тут дойти-то? Это я догадался, что мне туда нужно ее забрать. Как... А как это сделать-то? Подожди. Эта хрен мне сюда тень дает, да? Или нет? Ну-ка, подожди, дай-ка еще раз. Так, лошадь ушла. А, там вообще нету света, получается. Так, тогда обратно. Так, мы сюда. И мы сюда. Так, а как-то мне нужно туда пройти? Как это сделать? Я что-то пока не подозреваю пока. И ту хрень я не могу забрать. Правильно получается? Или неправильно получается? Подожди. Да, и ту хрень я не могу забрать. А может быть мне надо... Ну до того я не могу дойти, пока я эту хрень не возьму. Потому что... Почему? Ёптельмо... Вот я тупой. Я не видел эту клетку. Ё-моё, вот это да. Ты, конечно, баран тупой, а? Да. Шмыга-шмыга. Такой-то, конечно, шмыга. Просто капец. Так. Теперь мы что делаем? Мы теперь обратно возвращаем корову эту. Лошадь якобы, да? Лошадь пришла, и лошадь ушла. Так. Блямскин. Так, уходим. В телепортяо. Булькин. Булькин. Идем за этой хренью тогда, получается, да? Так. Хорош. Сейчас, подожди. Так. Воу. А, наоборот, поднять. Почему? Ну ладно, так, хорошо. Договорились. Хорошо, возвращаемся. О, это вообще адский уровень. Так, обратно. А что это мне дает?
Это мне что-то, наверное, дает, не знаю. Или я неправильно сделал. Булькин. Два куска сена. Два куска сена сюда. А, так я неправильно тогда сделал. Сейчас, подожди. Мы, наоборот, я сейчас должен дойти, короче, до сена и кинуть его туда, правильно? Да, правильно. Так, хорошо. Блин, ну очень жесткий уровень. Пульки. Так. Куда там нужно положить, покажи. Вот сюда, например, хорошо. А почему ты не можешь забрать? А, потому что нужно сделать вот так. Вот сюда надо, да, положить? Так. Оп. Оп. Так, теперь поднимаем флажочек наш, да? Поднимаем флажочек, забираем сено кусок. А, сено мы не забираем кусок, потому что мы не можем сено забрать. Нам нужно его увести. Так, теперь пушанский. Так, теперь сюданский. Бульки. Бульки. Теперь сюда. Уж. Забирамба. Возвращамба. И куда? Хорошо. Стой. Ёп, макарёк. Подожди, а как мне это сделать? Ага. Ага. А я хорош. Но на самом деле нет. Да тихо ты, иди туда. Так. Теперь что мне нужно сделать? Мне нужно дойти до туда. Правильно? Ай! Да, нормас. Раз-раз, нормас. Не, ну вот это точно не 6 минут, подольше, мне кажется, я проходил. А, так вот, про психологию. А, ну давай сейчас досмотрим, я тогда расскажу. Да, я что-то забыл про вообще про этот. Опа, атака, атака воронов. Закрывай окно, дура. Че на окно-то не закрыл? Монашка-монашка, такая-то, конечно, монашка. По-моему, фильм «Чайки» был, такой ужастик давнишний, в 90-х. По-моему, «Чайки» он назывался, или как так. Да, этот... Блин, я вот, видишь, все равно. То есть, видишь, 7 минут, а видишь, я думал 10, опять же. Ближе к 10 почему-то. Так вот, про этот тест, значит, нам ничего не будет, да, показывать? А, или после, по-моему, загрузки нам что-нибудь покажут, да? Ага. Так, что у нас тут происходит? О-о-о-о. Принц, красавчик, типа. На. Бе-е-е. А чё он отгрызанный такой? А, увозят. Надо барашка. Барашка. Что, барашка? Надо что-то сделать с барашком. Так вот, про тест, короче, смотрите, там, в общем, минуту засекаете, отворачиваетесь, и вот по вашим ощущениям, если есть минута, то, значит, смотрите на секундомер. Если мало показывает, то это что-то значит. Если много показывает, то это тоже что-то дозначит.
Как я объяснил, а? Красава вообще. Я тебя взять могу? Так, что это мне дает? Подожди. Мне его нужно отнести вот туда, вот, да? Правильно я понимаю? Правильно я понимаю. Что я могу здесь взять? Кроме бочки и барана. Ни черта. Правильно? Пройти я могу только через две дырки те. Угу. Через те две дырки. Значит, мы берем вот так вот делаем. Чпоньки. Барана берем. Кладем это на барана. Нет, не так. Берем барана. Хорош. Так. Теперь чего? Теперь чего? Подожди, пуш. А, ну все. Правильно. Так. Это я в солнце? Ай-яй-яй, я в солнце. Так, нет, тогда не так. Сейчас, сюда бочку надо поставить. Это я понял. Подожди, а как это... Как это сделать? Мне как бы туда нужно перейти, по идее, да? Ну, поставь бочку, говорю. Эк. Сейчас, подожди. Не-не-не-не, я пошутил, дай сюда. Вот сюда его поставим. Нет, подожди, мне бочку вот сюда надо поставить, правильно? Или вот сюда, по-моему, да? А, ну все правильно. А, нет, неправильно. А я не могу вот так, что ли, сейчас сделать? Подожди, вот так вот. Да подожди, вот так вот. Ну вот и все, что-то. Сюда бочку. Нет! Блин, пошутил же, ёптель. Да ё-моё. Подожди, давай посмотрим следующий шаг. Бочку туда? А как я это сделаю? А, понял. В смысле, подожди. А, все понял. Так. Нет. Бочка сюда. Пойдем за бараном. Усюка, подожди. Да подожди ты со своей бочкой, как барана-то теперь забрать? Нет, подожди, мне нужна бочка. Мне нужно барана как-то забрать. А я не могу барана забрать. А мне барана надо, короче, пододвинуть сюда куда-нибудь, да? Нет, подожди. Мне что-то с бараном надо сделать. Подожди, мне сюда нужно бочку поставить. А как я барана-то потом заберу? Я не знаю, как потом барана забрать. Как сюда бочку поставить?
Как это сделать? Все, запутался, вообще запутался. А, подожди. Знаешь, как мы сейчас сделаем? Мы сейчас вот так сделаем. Вот так вот. Вот сюда барана. Вот, все. А нет, не все. Бочку же я не могу взять. Не могу. Подожди. Ай! Я хотел переключить время. Вот, вот так. Не, подожди, вообще туплю, не понимаю. Как это делать? О! И чего? А, нет, не получится так. А. Да, только мне нужно с той стороны быть. Вот с этой мне нужно стороны быть. Ага, а как это сделать? Да подожди ты, не три... Блин, не беси. И чего? А, вот его сюда может... Да ёб! Парный карась. Не, а так и не получится. Там же он вот перекрывает как раз вот эту всю линию. Не, он должен где-то здесь сидеть, короче. Или вот здесь, например. Ну вот это что-то более похоже. Не, я, короче, не знаю, что надо делать здесь. Я вообще не знаю, что надо здесь делать. Так, я реально не понимаю. Хорошо, подожди, если я вот так сделаю. Так. Делаю пуш. А я не могу теперь барана передвинуть. Как мне барана-то взять? Ну не, да это понятно, что через это можно взять барана. Вот я, мне нужно его сюда, например, поставить. А как мне теперь вернуться-то, ё-моё? Тупилово просто огромное, тупилово. Ну я серьезно, я не понимаю вообще. Я реально, я настолько тупой, что я не понимаю, как это сделать. Как тебя взять, баран? И чё, мне теперь не выйти отсюда? Да! Вот так вот я мог бы, да, если бы я с той стороны оказался, я бы мог взять бочку и туда перетащить, как мне предлагает компьютер. Как мне с той стороны-то оказаться? С этим бараном. Да отстань-то, ё-моё. Не беси. Подожди. Хорошо, если я бочку вот сюда поставлю.
стоп! Так, сейчас, подожди. Не, не понимаю. Реально не понимаю. Баран мне нужен где-то здесь, чтобы я туда убежал, правильно? Не, ну я не могу его туда поставить. Здесь я... Сейчас, подожди, а если я сделаю вот так? Это меня бесит, вообще ужасно бесит. Я не могу уже играть в это. Меня это раздражает очень сильно. Мне нужно поставить вот сюда барана. Как это сделать? Да иди нахер, отстань от меня. Можно еще что-нибудь? Показать цель уровня? Можно следующий шаг сделать? А другую подсказку ты можешь сделать мне, упырь? Я не знаю, как это сделать. Не, я не понимаю. Я запутался вообще кардинально прям. Подожди, а если... А можно я... А, блин, а можно заново начать? Я реально... Капец, я вообще запутался очень сильно. Я не понимаю вообще, что нужно сделать. Нужно начать заново. Так. Меня бесит она просто это все. Если я возьму и бочку сюда сразу поставлю, я могу это сделать? Теперь вот этого тупорылого барана я могу взять же? Классно. Так, теперь сюда иду. Нажимаю пуш. Ёптель, моптель. Как ты меня бесишь. Вот так, почему я не мог вот в тот раз это сделать? Объясните мне, пожалуйста. А, так подожди. А, могу. Просто какой-то бред. Почку сюда, окей. Чё дальше? Давай подсказки смотреть. Курицу туда? Да, могу. Так, что дальше? Нет. А, так, а все. Туплю. Капец, это такой простой был уровень, и... Да, и запутаться на таком просто обыкновенном месте, это, конечно, да. Это, конечно, да. Это, конечно, да. Просто какой-то капец. Так, а что он сделает-то здесь? А, он убьет этого чувака? Да ладно. А что такой обглоданный-то? А не, он его не убил, смотри-ка еще. Я думал, он его убьет. О, это любовь. Божественная любовь, да.
В... Так, вытесненный. Погнали. Вытесненный. Или вытесненный. Вытесненный или вытесненный. Как правильно? Так. Нет, я в шоке от того уровня, если честно. Просто вся... сам себя взял, запутал просто на изи-пизи. Что такое? Что случилось? Что мы плачем, а? О-о-о. Дорогуша, иди к сюда. На, нервный тик начался, типа. На. Так, что нужно сделать? А, это последняя миссия уже. Нужно укатить тетю. Тетю укатить. Есть кнопка. Что она делает? Она двигает этого. Хорошо. Хорошо. Нам нужно бочку, наверное, забрать. Нет. Подожди. А если мы не будем двигать, а он мне даст сюда проходку? Стой. Да, он дает проходку. А зачем мне тогда? А, ну сейчас, наверное. Во, все правильно. Я все понял, смотри. Мы сейчас вот эту вот хрень туда поставим. А, так, сюда иди. Бочку забираем. Хорошо. Теперь бочку ставим. Чтоб он сюда уехал этот. Ну ты понял, короче. Так, бочку сюда. Так, что мне это дает? Это что-то дает или нет? А, вот с этой стороны могу взять. Нет, подожди. А, вот с той стороны могу. Да, могу. А что я могу с этой стороны? Мне нужно нажать на этот клапан, что ли, получается? Подожди, ничего не понял. А какой смысл тогда вот в этой телеге? А, так и все? А, не, нет, не все. Подожди, что-то я ни черта не понял. Здесь же больше ничего нет, что я могу тыкнуть. Чего? Как я там бочку-то возьму? Почему солнце-то? Я был не в солнце, алё. Чё ты гонишь ты меня? Да не, ну ты же, ну блин, я же отпускаю кнопку, ну чё ты тупишь-то? Так, что мне нужно сделать? Эту хрень сюда поставить. Как я это поставлю? А, поставлю, да. Так, и чё дальше? Для чего?
снять. А как я пройду? А, вот здесь пройду. Не видел я этого. Да, вот здесь пройду, понял. Понял, понял, понял. Не видел проходки этой. Все, окей, на изи. Убираем это говнище. Нам нужно, короче, сейчас здесь где-то пройти, да? Да. Нет, как сделать? Не, не понимаю пока. Солнце с той стороны, да? И солнце мне прям в лицо. Не, ты бесишь меня, слушай. А я, наверное, опять неправильно сделал, что снял вот с этого, да? Скорее всего. Еще раз. Не, ладно. А что там можно... Откатить движение можно. Я неправильно сделал. Да, я понял уже. Все, можно заканчивать. Точнее, не заканчивай. Давай. Да, короче, смотрите, что надо было сделать. Я неправильно сделал. Не в том порядке. Ой, что ты делаешь-то, ну? Вот сюда ставишь. Так, уходим сюда. Вначале нужно было поставить на... Да ёб твою налево, да отстань ты от меня, а. Короче, смотрите, вот так надо сделать. Как там, да, вот сюда. И разбираем эту коробку. Пульки. А, друзья, как я ее забрал, эту чпульку? С той стороны, да? С этой стороны я ее забирал или нет? Нужно взять бочку. Почему я не могу? А, подожди. Что там нужно сделать? Показать следующий шаг. Одну сюда, одну сюда. Блин, игра, ты серьезно прикалываешься, что ли? Не, подожди, не туплю вообще. Насколько она уезжает? На еще на одну? Нет, на две. А я туда не... Почему я не могу туда поставить? Не могу туда поставить.
Я не могу пройти теперь, получается. Не-не, я не знаю, что делать надо. Так, ладно, давай-ка еще раз по новой. Хорошо, я тебя понял, игра, подожди. Давай вот сюда поставим тебя. Стоп, стоп! Верни нахер! Тут проходка есть? Ты че, говно, игра? Ты охи... Серьезно? А, так а что это мне дает? А, так это мне дает. Я ящик же туда поставлю сейчас. Ящик сюда вот ставим. Ставлю. Вначале ящик ставим. Ящик, говорю, ставлю. Подожди, или я не пробовал так, или я пробовал так делать. Блин, я уже забыл, я пробовал так делать или нет? Скажите, пожалуйста. Не, я вроде так пробовал делать или нет. Да блин, я забыл опять, что ящик с этой стороны. О-о-о. Вот и о. Да ёп. Сюда иди. Куда там его надо поставить? Вот сюда ящик надо поставить, потому что... Не сюда? А, сюда, все правильно. Туплю, вот сюда. Да, все. Там проходка вот здесь будет. Да, во, ё-моё. Бесячая какашка. Вот здесь проходочка-то будет. Видишь, я ее не заметил. Все, я так делал, я не заметил, что здесь проход есть. Так, что дальше-то делать? Так, теперь мы можем, что мы можем? Не, стой, что нужно сделать? Передвинуть чуть дальше, да? Ой! Извиняюсь. Ага. Ай-яй-яй! Так, еще дальше надо, да? Адское месиво. Феликс, это определенно было нелегко, но ты справился. Круто! Любовь приходит и уходит, а порталив сжать не будет. Не пытайся обмануть систему. Вперед! О, жесткие, жесткие уровни. Очень жесткие уровни. Так, что здесь происходит? Ой, музыка. Классно. Опа. Она покончит жизнь с самоубийством? Серьезно? И он за ней? Не, ну ты ж не... Ой. Видите, что вера в Бога делает с людьми? А, она жива, смотри-ка. Да. Хорошо. Нормас. Сколько я ее проходил? Минут...
12, хорошо, ладно. Следующая глава. Ну, ребята, вы же знаете, что по всем жанрам и канонам этого канала следующую главу мы будем проходить в следующей серии. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шэм Мэга. Всем счастливо, всем пока.